Очищенный автопром, проблема его-то не в этом, там совсем в другом, в сложившейся традиции, в технологиях, в этом и так далее. А что касается космоса, там у нас есть некие достижения. Сегодня эти достижения используются не очень правильно. Мы знаем много примеров, когда руководители, которые до сих пор еще на свободе, к сожалению, отлично понимая, что для того, чтобы ракета летела, вот нужен этот прибор, и он должен сделан из этого металла, и он очень важный. Он маленький, трудоемкий и стоит очень дорого. А вот можно получить в этой вот частной компании такой же прибор, вроде бы с такими же характеристиками, но не прошедшие этой закалки. Много раз приводил к тому, что мы теряли и по два, и по три, по шесть спутников и так далее. И это преступление, преступление перед людьми. Сегодня руководство страны приняло решение о постановке на руководящие уровни менеджеров. Там же не нужно руководить АвтоВАЗа, знать физический смысл многих вещей. Ему нужно организовать процесс, сделать так, чтобы он работал, чтобы можно было спросить людей, поставить задачу. Я думаю, знаний у него и образования хватит для этого. А конкретные специалисты в каждой области свою отработают. Ему нужно создать условия, дать деньги, создать условия, решить существующие проблемы, чтобы специалисты, узко работающие в разных направлениях и в науке и так далее, могли реализовать все, что они хотят. И поверьте мне, изменения будут, тут вне всякого сомнения.